Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Извините, что вот так вот не было видео. Школа. Но вот, наконец-таки, добрался и до Коди. Клон Commander Коди Лего Star Wars. Давайте начнем. От 7 до 12 лет этот набор. Артикул набора 75108. Все остальное было сказано свыше. Disney Deldable Figures. Дальше тут шлем заклеили один к одному. Нету функции набора. Вот. Тут все тоже наборы. И он 23,5 сантиметров в высоту. Так вот выглядит коробка. Дальше у нас идет инструкция. Такая же картинка, как и на упаковке. Мы тут, собственно, все собираем. Тут у нас перечень деталей вот этого набора. Естественно, все buildable figures, наборы, сценка и робот Swin. Теперь давайте наконец-таки перейдем к нашему Коди. Итак, вот он, клон Commander Коди. Да, вот так вот он выглядит. Я его поставил вот такую вот эпичную, скажем так, позу. Стоит 1200 рублей. Кстати, давайте начнем с его ног. Итак, ноги, естественно, сгибаются. Все в них хорошо. Тут у нас даже видим новый принт. Деталь-то старая, а принт новый. Вот так вот. Естественно, новые детали. Вот такие вот. Очень классные. В каждом наборе имеются новые детали. Сразу 1 балл даю за эти ужасные ноги. Они очень оголенные. Уже 9 баллов получается штурмовик. Ой, штурмовик, клон. Хорошо, что они вот здесь вот закрыли нас ступню и удлинили вот здесь. А то был бы слишком низкий. Вот. Это ноги у нас. Дальше идут руки. Они, естественно, двигаются все. Вот. Тут мы можем заметить новые детали. Такие вот округленные. Тут они оранжевого цвета. С руками все хорошо. Они красивые, классные. Кстати, оружие потом поговорим. Вот. Голова клона выполнена очень классно. Красиво. Действительно, детализировано. Мне очень понравилось. Дальше у нас есть вот такая вот штука. То, что очень хорошо закрывает спину. Но вот незадача. Опять эта ужасная дырка вот здесь. Минус 0,5 баллов. То есть это уже 8,5. Дырка. Ужасная. Причем этот модуль можно снять. Что идентично Джанго Фетту. У него такая же спина. Абсолютно такая же. Эта штука тоже похожа. Вот. Давайте теперь посмотрим на оружие. Нашего командира Коди. Немного в сторону. И посмотрим на оружие. Оружие, ну, сделано, в принципе, прикольно, но дырки. Очень много дырок. За нее не буду снижать оценку. Леговцы только учатся. Выглядит все равно классно, в принципе. Напоминает винтовку, но хорошо, если бы они убрали вот эти вот 4 дырки. А так, очень классно. Типа как-то вот так. Также в нем еще есть одна новая деталь. Это такой вот нагрудник. Здесь все вот так вот выглядит. Вот. То есть набор неплохой, в принципе, да. Для любителей самоделить из белого, это набор очень даже хороший. Честно, его не очень хорошую позу можно поставить вот с этим оружием, потому что, ну, не знаю, в двух руках у него это не очень смотрится. Ну,
Набор хороший, ничего не могу сказать. Ну вот, говорю, 8,5 баллов, довольно хорошая оценка. Кстати, я сделал переделку моего Лего Стайла. Завтра обзор. Да, СД новое. Какой-то веки. Вот. Не то, что вот этот товарищ, на которого обзор уже был, а Командер Коди. Очень даже классный перс. Да. Набор классный, еще раз говорю, всем его могу посоветовать, и на детали тоже. А вы, в свою очередь, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был я, LEGO Style номер 1, и всем пока, до скорых встреч!